Что значит патрулирование в рядах морского пастыря? Сегодня мы патрулируем пляжи Вандеи. Цель этой миссии состоит в том, чтобы получить возможность идентификации, документирования и осведомленности обо всех выбросах мертвых дельфинов на наши пляжи. Но прежде всего необходимо предупредить население об очень критическом состоянии дельфинов в Бискайском заливе. Меня зовут Мейлис, мне 25 лет, и я была волонтером в морском пастыре Франции в течение 5 лет. Сам факт обнаружения мертвого дельфина в месте вроде этого всегда очень грустно и очень сложно для восприятия. Это по-настоящему величественные виды, и, к сожалению, они тысячами умирают на наших побережьях. Это ставит в перспективу свою собственную ответственность нас или населения в целом. Потребители рыбы, которые сомнительно знают о последствиях для таких видов, как дельфины. Здесь мы действительно информаторы. Мы хотим показать, что действительно пора действовать. И именно поэтому я здесь сегодня. Поддержите нашу миссию.